Всем привет! Сегодня я хочу показать вам одну из наших разработок – автоматическую линию фасовки и дозирования, которая состоит из следующих элементов. Входной поворотный стол ТДМ-600, перистальтический насос дозатор МДП-200L, автоматический купор МЗ-400Е2М и промежуточная емкость объемом 30 литров с датчиками уровня продукта и перекачивающим насосом. Огромный плюс этой линии – ее компактный размер. Длина 2 метра 20 сантиметров, ширина 1 метр 70 сантиметров. Также из плюсов хочу подметить ее мобильность, так как каждый узел легко отсоединить и переместить. Еще хочу подметить ее универсальность, а именно переналадку на другой вид тары. В среднем обученного нами персонала она занимает от 5 до 10 минут. Ну и последним хочу отметить производительность до 2000 штук в час. Давайте мы теперь продемонстрируем наглядно, как она справляется со своими задачами.